А в магазине «Механика» продолжается новогодняя распродажа. Ключи и аккаунты с самыми крутыми играми по очень низким ценам. Заходи и покупай, ссылочка в описании. Всем привет, ребят, с вами Механик. Сегодня мы поиграем в GTA 5, и сегодня у нас рубрика эксперимента. Сегодня мы попробуем проехать над человеком на машине и посмотрим, выживет ли он после этого. Естественно, мы не будем ехать на каких-то маленьких седанах. Возьмем нормальные проходимые такие джипы с высоким клиренсом, чтобы человек там мог поместиться. И если это видео наберет нормальное количество лайков, я даже не буду ставить вам никаких рамок, просто ставьте от души и не жалейте, то мы проверим то же самое с поездом, с электричкой, с другими транспортами. Итак, ребят, вот у нас есть внедорожники. Понятно, что грузовики, они еще больше, но проверять их, я думаю, что смысла нет особого. Скорее всего, они проедут. Вот, пока давайте будем проверять на таких вот внедорожничках небольших. Самый главный интерес это, ну, смотрите, то есть визуально как бы человек проходит. Но что будет вообще? То есть вы сами понимаете, что физика GTA 5, она не идеальна, и мало ли, вдруг я на нее наеду, она умрет или что-то. Для контроля, кстати, этого мы сейчас с вами замерим количество жизней у нашего, у нашей ассистентки. И, как видите, их 200 сейчас. Вот, вот он, этот параметр, если вы вдруг не знаете, не заметили. Вот он, 200. Видите? Конечно, ассистентка волнуется, но, ребята, напишите в комментариях прямо сейчас, как вы считаете, выживет она или нет? Вообще, сможет машина проехать по ассистентке, и ассистентка останется живых или нет? Короче, удастся наш фокус или не удастся? Пишите в комментах, а мы начинаем. Давайте. Потихонечку стартуем, как видите. Что это? Смотрите, я не могу сдвинуться с места. Так, странно, может быть, вот так нужно? Ух ты! Я как будто в стену врезался. А если колесом попробовать наехать? Нет, так я просто проезжаю. Слушайте, что-то невероятное просто творится. Ну-ка. А если вот так как-нибудь попробовать? Сейчас мы другую машину проверим. Возможно, это просто косяк конкретной машины. Слушайте, такое ощущение, что где-то в ней есть огромный такой стержень, который просто нас не пускает вперед проехать. Так, хорошо, давайте возьмем машину повыше. И... ну, наверное, вот эту, да. Почему нет? Мне кажется, все-таки повыше. Ну, поуже, но повыше. Та у нас была такая широченная, а это именно... вот, я думаю, что здесь у нас шансы как бы есть. Как вы думаете, ребят? Мне кажется, что шансы есть. Попробуем. Опять во что-то упирается. Просто ничего себе. Ух ты, нифига себе. Вот это да. Вот это жесть только что произошла. Как это вообще возможно? Вы посмотрите. Оу. Воу. Куда она делась? Вы посмотрите, а почему она так... и что с ее, во-первых, ногами? Кажется, мы их сломали, ребята. Посмотрите, что с ее ногами, черт возьми. Воу, что с тобой? Хотел сказать, дружище, но ты мне больше не дружище. У тебя что-то с ногами не то. Блин, посмотрите, как мою машину помяло. И она теперь... она просто левитирует, а она лежала на земле, но теперь... Воу. Обалдеть можно. Слушайте, у нее просто каменная голова. Ну что тут скажешь-то? Так, ну-ка, стоп, подождите. Сейчас мы вот что сделаем. Мы проверим жизни, и они как бы, ну, они в уровне. Так, что-то она высоковато, если честно, лежит. Может быть, мы найдем какую-нибудь другую анимацию, чтобы она лежала просто. Сейчас быстренько давайте посмотрим. Так, анимации, и что у нас тут? Сон. Может быть, вот такую вот позу проверим? Давайте попробуем так. Если у нас не совсем получается по-другому, давайте хотя бы так будем пробовать. Так, жизни те же самые. Что, этой же машиной попробуем или больше не будем ее мучить? Подождите. Стоп. Давайте начнем с чего-нибудь побольше. Например, с вот этой штуковины. Здесь, как вы видите, хоть мосты и тоже присутствуют, но тачка реально высокая. Причем очень высокая. Я надеюсь, что у нас сейчас получится все. Напишите в комментах, как вы считаете.
Визуально вроде все проходит. Давайте, поехали. О-о-о-о-о-о-о-о! Проехал вообще на изи, посмотрите. Офигительно было. Так, значит, у нас Sleep 3 нам нужно включать. Кстати, а сколько жизней у нас? Жизней столько же осталось, вообще не пострадало, это идеально. Вот, я нашел нужную позу. Это то, что нам нужно. Так, давайте Option, Animation, Animation. И ищем вот это вот, Sleep 3. Сейчас будем пробовать с другими, собственно говоря, машинами. Как видели, это просто идеально прошло. Возможно, даже и это сможет пройти, потому что она все-таки достаточно высокая, кто бы еще ни говорил. А получится ли у нас прямо вот так это сделать? Блин, слушайте, тут или на ноги наеду, или на голову. Ну что, ребят, вы готовы? Ни на что не наехал. Просто она даже не встала, прикиньте. Вообще ни на что не наехал. Так, ну теперь просто сам Бог велел нам проверить что-нибудь этакое, что ли, я не знаю. Оп. Так, конечно, ту машинку я немножко неудачно поставил. Сейчас мы ее чуть вот так вот уберем, чтобы она нам не мешалась. И попробуем еще разик. Так, ну что, ребят, вы готовы? Я готов! И вообще ничего не происходит, смотрите. Причем, по-моему, я по ней проезжаю даже иногда. По рукам там, по ногам, но она не умирает, это факт. Так, давайте проверим количество ее жизней. Слушайте, 200 вообще просто на изи. Но в то же время нам нужно сравнение, правильно? Так что давайте мы вот что сделаем. Мы с вами сделаем какую-нибудь машину, которая гарантированно ее заденет. Гарантированно просто. Ну, любую, абсолютно. Вот такую, например. И посмотрим, что будет в этой ситуации. Я думаю, что здесь, скорее всего, все-таки она, так скажем, не выстоит. И эта машина просто-напросто ее собьет. И, соответственно, она потеряет несколько своих хитпоинтов, а, возможно, и совсем расстанется с жизнью. Но мы сейчас это узнаем, ребят. Давайте посмотрим. Вот, вот о чем я говорил. Вы видели, да? 175 у нее осталось. Еще раз. Так, делаем то же самое. Так, 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 так. Sleep 3. И продолжаем. Просто, видите, она вываливается оттуда. Ну, оно и понятно, как бы. Так и должно быть. Как видите, в принципе, все работает вполне корректно. Давайте доедем до поезда для того, чтобы вообще понять, а есть ли там место? Есть ли место под поездом и что вообще будет? Так. Конечно, нам бы в идеале, чтобы поезд ехал помедленнее. Здесь он достаточно быстро едет, но я думаю, что мы успеем посмотреть и сделать какие-то выводы. В любом случае, что... В следующем видео, в одном из следующих, мы обязательно проверим эту теорию и посмотрим, как оно будет. Так, где поезд вообще? Сколько я уже еду, а поезда все нету. Ну, где ты, дружище? В принципе, посмотрите, здесь достаточно много места. Мне кажется, достаточно много. Вот даже если на машине вот так встать, просто на рельсы. Ну, может быть... И не прям уж очень много, но оно есть. Как минимум какое-то здесь пространство остается и поезд едет. Сейчас мы попробуем с вами заметить, достаточно ли там будет расстояние или нет. Очень спорно. Напишите в комментариях предположение к следующему ролику. Хотя, нет, прям в следующем ролике и напишите. Ни хрена себе! Что это такое? У меня поезд тут нестандартный какой-то. Да, что-то я не подумал об этом.